Вот мне интересно, люди, которые практикуют режиссуру, актеры, как они работают с другими режиссерами, допустим, если приходится подчиняться воле человека, который менее авторитетен, чем ты, ну, на данный момент. То есть вы это принимаете? То есть как только вы актер, как только вы на площадке или на сцене, вы вот служу, или у вас есть критика профессиональная? Я с огромным уважением. Чем больше я работаю режиссером, тем с большим уважением я отношусь к режиссерам, будучи актером. И я очень четко понимаю эту иерархию. Вот другое дело, что, во-первых, я работаю режиссером все-таки не в театре и не в кино, я работаю режиссером каких одноразовых перформансов. Да? Ну, вы понимаете, как выстраивается мизансцена, как выстраивается драматургия. Да. Вот я это имею понимаю, в виду. Понимаю, да, что-то понимаю, безусловно. Нет, я и с актерами работаю, безусловно. Но, как вам сказать, важно режиссера. Это я понял, работая режиссером, работая с актерами, у меня не всегда это получалось. Не всегда удавалось добиться даже от очень хорошего актера именно того, что я хотел. То есть результат всегда был какой-то, но не всегда именно тот, вот, которому я мечтал. Вот. И я понял тогда, что актеру очень важно научиться разгадывать режиссера. Потому что иногда между тем, что человек думает, чувствует, и тем, что он произносит, есть некий конфликт. Это не всегда одно и то же. Человек не всегда очень четко может сформулировать или сманипулировать тобой так, чтобы привести тебя туда, куда ему нужно. И вот тут вот разгадать режиссера, понять, что он имеет в виду, что ему в тебе нужно, и что, собственно, и станет для тебя вот этим, так сказать, тем, что ты начнешь растить в себе в роли. Вот это, наверное, этому как-то я вот благодаря какой-то режиссерской работе научился. Вот. Но я с большим уважением. Вообще, я как актер, я отдыхаю всегда в том смысле, что ответственность минимальная. Mm-hmm. Вот, ты в цепочке в этой производственной, ты там... Вот, сейчас все приготовит, вот чайку, очень тяжелая работа. Mm. Что, то ли дело врач, там какой-нибудь шахтер, а актер это страшно, особенно на съемках. Там зонтики держат над тобой, говорю, не надо, пожалуйста. Нет, вот солнышко вас. Вот, и ты ни за что не отвечаешь, только за то, чтобы произнести слова, ну там чего-то сыграть. А в противоположной ситуации, когда я работаю продюсером, актером, я, значит, все время думаю там, лампочка зажжется, здесь вовремя музыка заиграет, здесь это, здесь то, здесь то, здесь то. Тут ты весь мир сразу. Угу. А актер ты сидишь.